Вітаю вас! В ефірі програма «Тема дня» і зараз будемо говорити про життя музеїв під час війни. І я з задоволенням вітаю в нашому ефірі Ігор Поронік, виконувач обов'язків директора Музею Західного та Східного мистецтва. Добрий вам день! Добрий день! Щиро дякую, що запросили до студії. Дуже рада вас бачити. Ви нещодавно повернулися з Європи. У вас був такий обмін досвідом. Давайте з цього починати, тому що зараз музеї Одеси майже, ну будемо так говорити, вони сплять, знаєте, в такому дуже сонному поки що режимі, тільки-тільки починають прокидатися. Да, действительно, получилось так, что я попал в Германию, случайно совершенно, и решил использовать это время для знакомства с музеями, с коллегами, вообще с ситуацией в отношениях к Украине, в частности, к музеям. Познакомился со многими организациями, которые реально помогают нашим музеям, потому что мы за полгода войны действительно получили от ряда организаций международных помощь, реальную помощь. Вот. Встречался с коллегами, с разными музеями, и в том числе с реставраторами, потому что был интерес. Мы-то получили новые материалы, но опыт работы с новым материалом пока у нас не такой большой, поэтому была необходимость поговорить с реставраторами о том, как это правильно использовать. Я почувствовал, общаясь с разными людьми, что, скажем, разные организации, разные институции воспринимают нас по-разному, но в основном это восприятие такое, что мы обращаемся за помощью. Будь то военные, политики, общество, неважно. Что мы идем туда как бы с протянутой рукой. Да? А в плане искусства, когда мы говорим, какие у нас есть культурные наследия и что мы можем показать в Европе, мы здесь на равных. Есть такое понятие, наверное, интеллектуальная элита страны, так, которая понимает то, чем владеет Украина. И в этой ситуации я считаю, что интерес к нашему музею, к нашей культуре, к нашему культурному наследию нужно использовать вот, в хорошем смысле конъюнктуры, грубо говоря. В принципі, колекція вашого музею, вона достатньо велика. І навіть є такі експонати, яких, ну, важко знайти по всьому світу. Согласен. Так воно і є. Тому, ну, це дуже важливо. Тобто тут, якщо говорити саме про культуру, говорити про мистецтво, то саме ви, так, підказували, наприклад, німецьким колегам, що в нас є, вони були здивовані, так? Во-первых, действительно, о нас знают меньше, чем мы предполагаем, чем бы нам хотелось. Сейчас знают больше. Это раз. Но я приведу простой пример. Я был в музее Барберини. Это музей, который основан на коллекции импрессионистов. Вот. Одна из крупнейших коллекций импрессионизма, после Троссо, естественно. И, ну, чтобы вы понимали, когда мы пообщались с ребятами, мы достигли как бы договоренности, что они привезут в Одессу импрессионистов. То есть, это, если это будет просто, наверное, никогда такого не было. Это такого точно уровня. Это и Моне, и Сеслей, и я не буду перечислять, но это очень крупна, цікава колекція. Я повинна побачити Моне, пообіцяти, якщо щось запросити. Але, знаєте, а зараз життя музею, яке воно? Ну, почнемо с того, что когда мы, грубо говоря, должны были прекратить работу с посетителями, есть же другая часть работы, это научная работа, это популяризационная работа. То есть мы сделали акцент больше на изучение нашей коллекции, потому что волей-неволей, когда мы начали перебирать для того, чтобы хотя бы упаковать эти работы, волей-неволей был другой взгляд. Волей-неволей был другой взгляд на музей, потому что когда мы видели чистые стены, так, мы не только печалились и плакали, что вот музея на время нет, но мы видели перспективу, мы видели новую экспозицию, которая будет после окончания войны. Поэтому работа такая, повторюсь, научная – это раз, популяризационная – два, мы ушли больше в соцсети, в Facebook и так далее. Но это продолжалось относительно недолго, потому что потом мы возобновили работу в Ректайме, это у нас такая экспериментальная площадка. Сначала начались лекции, потом сделали несколько проектов, сейчас проходит проект, который состоит из 3 проектов и посвящены фактически рефлексии на события, которые происходят. Это раз. Плюс еще проводятся кинопоказы короткометражных украинских фильмов. Тем более в рамках этого проекта идут и инсталляции, и мастер-классы. Это не просто вот сделали экспозицию, она как бы там ждет своего посетителя. Там постоянно происходят какие-то обновления информации. Но это происходило все в полуподвальном помещении из-за того, что, ну, понятно, если вдруг бомбежка или там обстрел, это рядом с бомбоубежищем, и, исходя из безопасности. А сейчас мы рискнули открыть выставку уже непосредственно в музее, в смысле в выставочном зале музея, называется «Бонсай Эден». Он посвящен столетию арт-отношений Япония-Украина. Почему столетию? Потому что с 1920 по 1922 год в Японии жил Давид Бурлюк, известный украинский художник, футурист, который, собственно, повлиял в некоторой степени на, ну, может, даже не в некоторой степени, а повлиял на фактически развитие современного искусства, перформанса и так далее. Там же представлены работы современных украинских художников в этом направлении, там же представлены работы японских художников, в том числе вот известного художника Шоза Шимонота. Вот. И специалисты говорят, что этот художник повлиял даже на творчество Полока. То есть это уровень. Ну, на секунду могу сказать, что буквально сегодня информация об этой выставке была размещена на сайте Верховной Рады України. Ну, і дійсно це такі, знаєте, мастодонти, і тому і мене на початку також здивувало, знаєте, сторіччя, ну, здавалося б, можливо, відносини з якоюсь європейською країною тощо, а тут Україна і Японія, для мене навіть це було, ну, трохи дивно, і мені стало цікаво, чому саме ось про це, знаєте, в музеї експозиція, а не там не про ті країни, які ближче до нас тощо. Ну, може, музей Західного та Східного мистецтва, тому саме виставка присвячена Сходу, скажімо, країни, це наш напрямок. Так. Знаєте, мені все одно, ось, знаєте, не покидає думки пустий музей. Ось, ну, експозиції, вони ж не займають всіх залів. Взагалі, якщо про це говорити, це звикли до цього, так? Що стіни пусті, де роботи зараз знаходяться, що з ними відбувається, знаєте? Ну, це ж, можна так сказати, ваші такі маленькі проекти, все одно ваші діти, і вони постійно були в музеї, ви знали, що можете піти, дістати, щось змінити експозицію і показати глядачу. А зараз, знаєте, ну як, ну виставки добре, проекти, це дуже круто, що це відбувається навіть під час війни, але ж немає того свого рідного, коли ти знаєш, що приходиш і, не знаю, Айвазовського, ти розумієш, наприклад, що він саме там знаходиться. Музей – це три кита. Колекція, колектив і культурне надбання – це будівля. Будівля – пам'ятка національного значення, архітектури. Так? І все це три напрямки, по яким ми працюємо. Саме будівлю зараз треба найбільш утримувати, захищати, ну, зрозуміло, з яких обставин. І ми зберігаємо культурне надбання у вигляді пам'ятки національного значення Палацу Бази. Це один напрямок. Другий напрямок – це колектив, бо я вимушен частину колективу відправити на Росію. І ті люди, які залишилися, наукові працівники, вони працюють. Ми створили електронну базу. І зараз дуже велика ідея роботи, щоб перевести паперову інформацію з паперів в електронну базу. І це не приходить автоматично, це переосмислення. Деякі нові факти спливають, де приходить переатрибуція робіт. Це наукова робота, вона триває. Це, я вам скажу, що саме експозиція музею, це може десь процентів 30 від цієї музейної роботи. Так. Так. Тому ця робота триває. А що стосується тих експонатів, які ми привикли, що вони у нас, є таке поняття «красний список». Это самые лучшие работы, которые мы должны были эвакуировать, и мы их эвакуировали. Вот. Они, естественно, находятся не в музее. Они находятся в фондах-хранилищах, где находятся не только наши работы. И, честно говоря, до недавнего времени я не знал даже, где они находятся, ну, потому что, понятно, есть такой порядок. Но меня смущало всегда, что мы, когда паковали эти работы, мы, естественно, паковали определенный период, очень быстро, из тех материалов, которые у нас были. Это, естественно, были далеко не то, что нужно было делать, тем более паковали и готовили на короткий час, как кажут, так. Но прошло уже полгода, и, честно говоря, меня очень беспокоило, в каком состоянии наши картины, Поэтому я, возвращаясь в Германию, поехал через Львов. Они находятся не во Львове, но в Западной Украине. И добился того, что меня допустили в эти фонды. И слава богу, что я сообразил вызвать туда своих специалистов. Приехали два моих сотрудника с новыми упаковочными материалами. И мы перепаковали все наши работы. Это важливо, это очень важно, потому что, честно говоря, условия там далеко не идеальные, не будем себе врать. Мы знаем прекрасно материально-техническую базу наших музеев. Вот. И предвидя такую ситуацию, уже находясь в Германии, я общался с крупными музеями Берлина на ту тему, чтобы вывести туда эти экспонаты. И не просто наши музеи, но тех лучших экспонаты наших музеев, для того, чтобы, во-первых, там хранить, экспонировать, вывести на временно экспонирование. И немецкая сторона, в принципе, выразила желание согласия не только принять эти работы. В идеальном условии я видел эти фонды. Это, извините, когда мне показывают фонды, где фонды Музея современной фотографии, где говорят, вот это фонды для цветной фотографии, а это для черно-белой. Я говорю, а в чем разница? Потому что цветная хранится при плюс 20, а черно-белая под плюс 18. Это же просто мрия, так, чтобы это было в наших музеях? У нас перепад температур. Летом плюс 33 сейчас, а зимой плюс 13. А там 2 градуса разницы, нет снабжения. Ну, неважно. В общем, мало того, что в такие условия не готовы принять наши работы. Они, я говорю, ребята, у нас часть работ без рамы, мы сделаем временные рамы. Часть работы нуждается в консервации. Они говорят, сделают при участии наших реставраторов, естественно. Вот, это понятное дело. Вот, и говорят, что они готовы экспонировать их и даже сделать каталоги. Это все за свой счет. Единственное, это велика работа и дорога, дуже коштовна. Это, извините, это еще перевозка, это страховка и пошло-поехало. Единственное, чему не удивляюсь, они спрашивают, почему вы этим занимаетесь, директор музея, почему не министерство, почему не кто-то, понимаете? Вот. И то же самое, когда я был в фондах, например, я был в фонде Симонса, мне тоже задают такой вопрос. Когда я просил помощь, адресную помощь сотрудникам музея. Кстати, один фонд нам оказал такую помощь, не только нашему музею. Благодаря организации музея For Change, это Александр Ковальчук, известный директор художественного музея, этим занималась. Огромное спасибо, потому что большая работа была сделана. Так вот, тот же вопрос был, говорит, почему вы беспокоитесь о ваших сотрудниках, которые там вынуждены сейчас отстранены быть, почему вы, а не кто-то выше? Понимаете? Тут немножко другой должен бути рівень. Ну так, ми ж розуміємо, що картини – це ж, по-перше, наша культура, наша історія, це те, що ми повинні зберігати. Але якщо, в принципі, у вас буде можливість це зробити, це ж буде дуже круто. По-перше, це один з пунктів, аби популяризувати Україну ще більше, популяризувати наше місто. Тому що ще місяць тому ми говорили, і всі експерти говорили про те, що Європа починає забувати про війну в Україні. А ми не можемо цього допустити. І тому ось це співробітництво, воно ж повинно стояти взагалі на першому місці. Я на всіх своїх зустрічах говорив, ребята, вопрос не в тому, що ви захищаєте якесь імущество, тобто допомагаєте зберігати імущество якогось Одеського музею западного восточного іскусства. Вы сохраняете достояние цивилизации всего мира. Это художники Италии, тоже Германии. У нас есть прекрасные немецкие художники 18-19 века. Это достояние цивилизации, а вот о чем разговор идет. Более того, я еще встречался, есть такой центр исследования утраченных ценностей в Германии, находится в Гдебурге, который занимается похищенными и утраченными вещами во время Второй мировой войны. И они тоже, значит, предложили свою помощь. Потому что у нас есть многие предметы, которые были утрачены во время Второй мировой войны и не вернулись к нам. И они сейчас находятся в европейских музеях. Они находятся где угодно, и в частных коллекциях и так далее. Просто еще была одна встреча с профессором Вольгуном, который занимался этими проблемами. Некоторые коллекции, некоторые утраченные вещи он находил в частных владениях и возвращал обратно. Вот. Поэтому надо использовать эту ситуацию, когда есть какой-то интерес, когда люди понимают, что это будет утрата не только для Одессы, для Украины. Вот. и сотрудничать. Тем более, что та сторона пока готова. Понятно, что понемножку интерес будет пропадать, понятно, что мы уже где-то начинаем надоедать спокойной Европе. Далеко не все воспринимают то, что Украина защищает, в том числе и их ценности на данном этапе. Так. Некоторые считают, что это наши проблемы только. А ми будемо і далі продовжувати нагадувати, і навіть в обличчі не чиновника, не міністра, а простого директора музею будемо їм, знаєте... Простого директора, не простого музею. Це точно, пане Ігорю. І знаєте, хочеться, аби знов прийти до музею і знов доторкнутися до цього прекрасного. І дуже круто, що ви продовжуєте роботу навіть у такі важкі часи і показуєте фильмы. Сдавалось так, музей и кино. Ну, трошки... Но это же это продолжение, то есть здесь настолько пересекаются влияние литературы на кино, кино на живопись, живопись и так далее. Если мы начнем разбирать великие фильмы, мы много увидим из композиций классиков, того же Леонардо да Винчи, Рафаэля и так далее, даже в современном киноискусстве. Это настолько все... монокультурно сейчас, настолько это все переплетается и в контексте глобализации, во всем глобализации. Хорошо ли это, плохо, это уже второй вопрос, но мы в этом живем, понимаете? Поэтому вот так разделять, что, ребята, вот это, скажем, вот это такая капсула, это направление, ну, скажем так, взять с названием «Музей западного и восточного искусства», а где заканчивается Запад, начинается Восток. Это дуже философское питание, пане Юрию. Настолько это все переплетено, тем более сейчас, когда мы ориентируемся, естественно, на Запад, на... И поэтому здесь очень... Я лично для себя объясняю так. Все, что восточнее Одессы, это восточное искусство. Все, что западнее, это западное. Цікаве пояснення. І дуже філософське, до речі, пане Ігорю. Знаєте, так, і наприкінець ефіру хотілося б запитати, будуете планы на майбутнее? С приводу работы музея вдаётся? Вы знаете, у меня есть такая как бы установка. Если тебя не устраивает настоящее, нужно жить в будущем. Меня не очень устраивает настоящее. Наверное, ну, как поэтому надо жить в будущем. Поэтому, ну, и это пройдет, это понятно, это пройдет. Поэтому, еще раз говорю, когда мы видим пустые стены, мы думаем о будущей экспозиции. Понимаете? Когда... Сейчас даже, когда я общался насчет помощи, я говорю, ребята, нам нужна помощь, но не помощь для того, чтобы вот сейчас законсервировать там эти работы, там, спрятать, упаковать там, и так далее. Это мы сделали уже. Нам нужна помощь в контексте, каким будет музей завтра. Вот, скажем, и когда мы говорили об оборудовании, которое надо, я говорю, ребята, одно дело сейчас закупить эти ящики, которые потом будут выброшены, другое дело закупить стеллажи, которые будут использоваться. Ну, в таком плане, что, ребята, мы настроены работать дальше. Если хотите помогать, помогите нам на потом. Мы хотим музей такие же красивые, как у вас. А еще лучше, может. Хочу нагадати, що перед самою війною щодо реставрації музею, саме музею, ми ж були включені в велику реставрацію. Так. І у кінці лютого повинні були початися роботи. І я вважаю, що коли закінчиться війна, не якщо, а коли вона закінчиться з нашою перемогою, то ми почнемо з реставрації саме музею. І у нас є великі плани, у нас є розширення експозиції Сходу. Тобто спочатку реставрація музеїв, паралельна реставрація і консервація тих робіт, які будуть в новій експозиції, і потім новий музей з Караваджо. Караваджо – це просто, знаєте, така болюча тема, на яку можна виділити окремий ефір. Дякую вам, пане Ігорю, що знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. У нас в ефірі, нагадую, був Ігор Поронік, виконувач обов'язків директора Музею західного та східного мистецтва. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.